Здравствуйте, друзья. С вами Кузнецов Дмитрий. Вот. Носимся по делам. Ну, знаете, такое не слишком важное сообщение, но, может быть, кому-то действительно покажется оно важным, а кому-то второстепенным. Но так или иначе, для меня это важно. Я сейчас обращаюсь к тем, кому не безразлична наша деятельность. Дело в том, что, как вы знаете, очень много, ну, этого избежать сложно, всяких незаконных, да и незаконных, и несправедливых пасквилей выливается в мою сторону, совершенно не подтвержденных никакими аргументами. В этой связи я прошу вас всех, кто вот на моем канале, кто сейчас смотрит это обращение, тоже предлагаю, не безвозмездно, об этом чуть-чуть попозже, выложить видео обращение и прислать мне, как угодно, можете файлом прислать мне на почту 946-78-36-собака-лист.ру, в описании ролика будет указана эта почта, либо можете снять, залить на YouTube, на свой канал, да, и мне прислать ссылку. Любым способом отзыв. Меня интересует отзыв о том, вот просто что вам придет в голову доброго от нашей деятельности. Кому-то просто мы помогли успокоиться, кому-то дали хорошую бесплатную консультацию. Кто-то является нашим клиентом или являлся клиентом нашим, либо собирается стать нашим клиентом, ему кто-то подсказал, рассказал, и он готов с нами сотрудничать. Очень ценные будут отзывы от людей, кто уже является нашим клиентом, либо уже прошел весь этап борьбы с банками с помощью юристов нашей организации, получил те самые ценные результаты. Видеоотзыв, ну, я не думаю, что он должен быть больше там 2-3, максимум 5-7 минут от силы. Все, что вот многие говорят, хотел бы поставить, мог бы поставить 100 лайков, поставил бы 100 лайков. Я вам серьезно говорю, хотите сделать приятное, доброе, полезное, напишите, запишите видеоотзыв о работе нашей компании, о мыслях, добрых мыслях о нашей компании. Мы это выложим на отдельном канале, назовем его «Отзывы», и пускай все, кому не лень, смотрят, что на самом деле есть по поводу нашей работы. Это будут аргументы живых людей, а не просто какие-то там вопли, крики, горе коммерсантов, которые не могут к себе привлечь клиентов. Да и просто полезно, я думаю, уже у нас база клиентская достаточно большая, и на этом канале очень много людей, которые являются клиентами нашей компании. А я, в свою очередь, каждому, кто пришлет видеоотзыв корректный, да, нормальный, гарантирую подарок в ответном письме. Что это будет? Ну, я думаю, может быть, это будет бесценная книга. Книга-инструкция, как не платить кредит. Как сделать так, чтобы избежать всех вот этих последствий выдуманных. Я еще думаю, может быть, пришлю вам пачку шаблонов для досудебной практики, для работы на простых стадиях судебных разбирательств. Ну, а там, знаете, у нас шаблоны на все случаи жизни, их там более 60. Может быть, я пришлю вам платный мастер-класс уже в записи, и он вам обойдется совсем бесплатно. Я подумаю, что... А вы знаете, что жадничать? Всем тем, кто пришлет хороший, качественный видеоотзыв, я пришлю все это вместе. Это будет книга, крутая книга. По большому счету, ну, я не знаю, вы ее нигде не найдете, не скачаете, она есть только у меня. Я пришлю все шаблоны и еще и запись прошедших мастер-классов, которые стоят, ну, по-моему, 3500 рублей стоят эти мастер-классы, да, люди платят. А я вам пришлю запись этих мастер-классов со всеми методическими материалами бесплатно. То есть за то, что вы запишите и отправите мне хороший, добрый отзыв о работе компании «Алиам», о ваших ощущениях,
являетесь вы клиентом, не являетесь, хотите, еще раз повторю, стать нашим клиентом, или просто вы благодаря тому, что узнали о нас, о нашем канале, сняли с себя гору проблем. А может быть, вы такой же юрист, как и я, и в отличие от этих вот неудачников, реально видите пользу, приносимую нашей компании людям. Любые добрые, теплые отзывы, пожалуйста. Буду очень рад, благодарен. И в подарок от меня, еще раз повторяю, набор полезнейшего материала, реально, который стоит денег, ну, как минимум, вы могли бы это купить на наших же ресурсах, как, ну, за 2500 рублей. А книгу мы вообще не продаем. Ну и мастер-класс, запись мастер-класса, она тоже не продается, но все-таки мы ее готовы вам презентовать. Еще раз повторю, почта, на которую нужно отправлять ссылки либо файлы с отзывами, 946-78-36@list.ru. Она будет в описании этого ролика. Ну, просьба, поставьте лайк, репост в соцсетях. Ну, как всегда, прошу, да, комментарии пишите. В связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Всего вам хорошего, жду отзывов. Thank you.